Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Всех жителей и гостей города Печоры с 24 по 28 октября приглашают в Дом быта по адресу улица Островского, 74, на ярмарку меда и продуктов пчеловодства от доброго пасечника, город Киров. Мед липовый, гречишный, донниковый, лесной, цветочное разнотравие, мед с имбирем и лаймом, лесной ягодой, медово-ореховая паста. Пенсионерам предоставляют скидки. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Прогноз погоды» – Современная медицинская клиника. Многопрофильный медицинский центр «Современная медицинская клиника». От диагностики и постановки диагноза до комплексного лечения. Анализы, УЗИ, приемы врачей, гинекология, онкология, лечение зубов и протезирование. Действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 22 октября, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью сильный снег, метель, ветер восточный с переходом на западный, северо-западный, порывистый, 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 1-3 градуса. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто! 3-56-90. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.